Тренировки несколько раз в неделю, начиная с 2 лет. На поле 7-летний Азамат чувствует себя как рыба в воде. А на тренировку выходят футболки своего любимого игрока – аргентинца Лионеля Месси. Мальчик мечтает достичь таких же успехов в футболе, как и его кумир. Азамат, ну что для тебя футбол? Нравится играть? Да. А почему нравится? Потому что там игра лучше всего, и там можно руку не повезет. Развить навыки Азамату помогает опытная команда тренеров. Среди них бывший голкипер ульяновской «Волги» Дмитрий Красильников. Я получаю только одно удовольствие – работать с детьми. Хочу повысить их, чтобы у них была техника получше и все, чтобы их подготовить к команду мастеров. Юные спортсмены занимаются на главной спортивной арене Ленинского района – стадионе «Симбирск». Тем более тренироваться здесь стало намного удобнее. Впервые за 50 лет на Симбирске полностью заменили футбольное поле. Его уникальность – специальные подушки, на которые укладывают газон. Глубина котлована всего 10 сантиметров, а слои из песка и гравия венчает суперпрочная решетка. Она может выдержать проезд танка и даже посадку грузового вертолета. Мы очень долго этого ждали, и наконец это свершилось. Мы очень рады и только качеством будем прибавлять. Все лето на стадионе работают детско-юношеские спортивные школы, а в выходные проводятся соревнования. Позаниматься в будние дни может любой желающий. Ворота данного стадиона открыты для всех жителей города. То есть, пожалуйста, приходите, занимайтесь спортом. Повышайте свое здоровье. В планах у руководства города организовать на базе стадиона центр развития футбола и провести соревнования федерального масштаба. Анна Тищенко, новости «Ульяновской правды».